Сделать рывок вперед, дважды нажмите клавишу V. Дубль V. А чтобы кувырок назад, дважды нажмите клавишу S. Также можно это совершать с помощью нажатия Shift и W или Shift и S, Shift и A, Shift. Если повар нам не врет, а может контр, сейчас попробуем. Чтобы сделать рывок, надо, и это уже было. Колдуй, баба, колдуй, дед, заколдован белый свет. Неужели? Больше ничего, тра-та-та, сюси-пуси. Неужели у тебя сердца нет? Все, что мог, я сделал, а дальше уже даже не говори. Вот видишь, перчатки теперь получили. Так, где у нас это самое? Сейчас попробуем. Сделали Shift и W, Shift и S, Shift и A, Shift и D. Так, сейчас мы
изменение главного героя. В меню перед входом в игру. Но мы не проверяли. Что там можно поменять? О, надо. Экипировку новую натянуть надо.
осмотреть почки. Что это такое и зачем это нужно? Рёк, свилёк.
от игрока нет.